То есть теперь вот сразу мы испробуем. Выучили три кисти, попробовали, что они дадут. Симметрия у нас включена. Вот здесь. Так. Вот она по XY. Setting. Sides. Мы научились уже пользоваться. Ну, давайте мы посмотрим. Так, инверт уберем пока. Так, нам надо сделать морду лица. Ну, давайте вот какого-то котика попробуем сделать, имея только вот это. Видим, что нажим надо добавить. Добавим нажим. То есть вот так нарастим сюда. Хорошо. Есть. Это у нас уже есть. Так, замечательно. Теперь попробуем. Инвертируем. И делаем мне вот интересно, у меня стоит на сайт, да, а кнопка работает на прессор, то есть на пресс. Ладно, потом разберемся, в чем дело. Так, сделаем впадины такие, отлично. Так, и еще пульчик сделаем маленькую такую. А нет, это не надо. Наоборот, инверт. Вот я говорю, нужен кей. Нужен ключ. Ну, вот так сделаем пока. Вот. И вот тут побольше. Эти ушечки добавим. Вот так. Там котику. Ушки могут быть побольше. Хорошо. Теперь граб. Будем грабить. Так, то есть он хватается, по идее, за что-то и вытаскивает это дело. Ну, давайте попробуем щеки побольше вытащить. Вот. Вот так. Во. И ухи, может быть, подлиннее сделать чуть-чуть. Оп, назад. Отлично. И если мы тут сейчас сделаем перебор, вот здесь, допустим, да? Хотя это и не перебор. Как интересно, можно тут все же создавать. Такого жирного кота. Так, то мы это дело сгладим. О, раз, раз. Отлично. Теперь смотрим вакс. Вакс по-немецки это... ну, вакса. Свечная такая. Я так понимаю, что он добавляет полигончика сюда. Не добавляет полигончиков, а нет, он несколько по-другому работает. То есть, если мы сделали, вот сейчас давайте проверим, оставим как было, сделаем с помощью пула и инверсии вот тут маленько надо сделать. Да. Вот мы сделали, допустим, вот ухи вот такие. Вот так. А потом нам показалось, что это слишком глубоко. То с помощью вакса, я думаю, мы можем вернуть это немножко назад. То есть добавить уже здесь, вытянуть их наоборот. Грабом мы сейчас сделаем такие ухи. Вот такие, да? Вот. Смутом поправим, ваксом выведем уши не такие глубокие, а вообще они должны быть глубокие. Поэтому пул, инверт, инверт. Вот. Такой подход мне нравится, когда мы можем сразу же из того, что мы научились, что-то попробовать сделать. Ну вот, видите. Так, тут... Ой, нет, это нет. Вот так. Хорошо. Отлично. Теперь мы возьмемся за нож. Нож, он позволяет
стягивать полигоны и тем самым как бы немножечко выделять, более делать более отчетливыми этими. Вот. Если нам это не понравилось слишком, да, тут тоже есть настройки, та же прессура, сайт и так далее. Мы можем всегда уже знакомый нам инструмент взять и это дело поправить. Вернуть на круги своя. То есть вот с ножом надо всегда более так это аккуратно работать. То есть вот тут уже у нас есть набор инструментов, пока маленький, но мы же идем с вами вперед. Мне не нравится нос. Мы с ним сейчас найдем, какой инструмент сделать нос более правильным. Во-первых, он плоский должен быть, не такой вытянутый. Щекастого такого сделаем кота. Отлично. Так, теперь пошел инструмент пинч. Но мы тут видим, что он что-то сжимает. Смотрим, что он там сжимает. Я, допустим, хочу сжать вот это место. Пинч. Так, пинч. Он у меня на симметрии стоит? Нет, не стоит. Вот надо на симметрию ставить. Да, мы видим, что он сжимает полигоны. Сейчас я сделаю ему так в сеттинге вот эту прессуру. Вот, видите. То есть очень нужен такой инструмент, когда надо вот, если много, то вернем. А так хорошо работает. Пинч. То есть детали можно вот бровью поделать, если это нужно. Но пока не нужно. То есть понятно, чем занимается пинч. Он сжимает эти самые полигончики. Тут возле носика я могу это сделать. Вот тут возле ротика. Хорошо. То есть еще три инструмента нам. Вакс, кнайф и пинч. Стали известными.